системную игру играл, гнули свою. Всегда глубоко в зону, забрасывали шайбу, бежали, атаковали. Мы очень много сделали потерь при входе на зону соперника, поэтому и где-то и сил не хватило, и они встречали плотно на своей синей линии. Отсюда, наверное, есть определенный результат. Григорий, а такой вопрос. Вы в прошлом матче Бека так приложили жестко. Это он, по-моему, головой долго крутил, лампочку стряхнул. И он сегодня забивает, как будто железный. Что-то. Он и сегодня крутил головой. Да. Тогда выходил со мной на смену, тоже крутил. Особо не подъезжал к шайбе, но забил. Молодец еще. Григорий, показалось, что вы вот отдали в среднюю зону специально, чтобы терпеть. Вот это ваш стиль был в первых раундах плей-офф. Может быть, правильно это выбранная тактика? Я не могу сейчас. Есть определенный результат. Наверное, где-то есть какие-то ошибки. Команда соперника дает как бы почву для размышлений, чтобы подумать, чтобы что-то изменить в своей игре. Чем авангард сильнее, чем тот же автомобилист? Авангард всегда играет в глубину. То есть у них практически за всю игру потерь при входе и при выходе. Ну, при выходе там были какие-то потери, а при входе у них не было совершенно потерь. Они играли всегда в глубину, заставляли нас разворачиваться, заставляли нас в своей зоне ошибаться, делать ошибки. Они вот привели к определенному результату. Григорий, нет у вас сомнений, что вы все-таки еще вернетесь в Балашиху сюда? Мы будем прикладывать все усилия, чтобы это сделать. И, конечно, никто не вешает нос, никто не отчаивается. Все только начинается самое интересное. Какой такой вопрос? Борис старался с авангардом играть предельно жестко максимально. А вам нет ощущения, что он тоже нам добавит в вашей команде в этом? Нам вообще во всем нужно добавлять. Бросках, жесткости, скорости. Если мы хотим пройти авангард, нужно добавлять это.